Все, всем привет! У нас сегодня посылка. Ивановский трикотаж Натали 37. Сейчас распакуем и покажем все. Вот такой пакетик. Ну тут мы мало заказали. Это, кстати, не реклама. Мы заказывали за свой счет. Будем доставать по одной вещи. Так. Тут у нас штанишки. Эти штаны, по-моему, стоили 700 чем-то рублей, не помню. Так. 54 размер. Такие штанишки. Так, тут у нас, короче, костюм. Костюм тоже 54 размера, по-моему, да? А, нет, 52. Этот костюм стоил 2 с чем-то тысячи, 2300, по-моему, не помню. Ну что, вот такой костюмчик. Это кому? Вот, короче, он теплый, на флисе. Швы все, короче, ровные. Такая кофточка. Тут идут штанишки вот такие. Ну ничего, красивый, да, цвет? Так, дальше у нас что? Тут тоже что-то непонятное. А, тут тоже костюм. Но этот уже потоньше костюм. Все хорошо прошито. Вот такие штанишки. И вот такая кофточка. Тут замочек. Неплохо. Так, 52 размер, это, наверное, или кофта, или платье. Сейчас посмотрим. Нет, это тоже какой-то костюм. Но это домашний. Тут идет вот такая кофточка. Что, красивый костюмчик. И какие-то гамаши. Штаны теплые. Так, какой это размер? 60-й. Мужские штаны. На флисе, теплый, флис такой приятный. Ну, и на этом все. Распаковка наша кончилась. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Всем пока!